Вот после такого купания и испытания. Тело не холодно. Нет, тепло. Тепло. Но оно закрыто. И оно же греет вот этих. Это же очень теплая штука. В ней теплее, чем это самое. Ну, фуфайки. Много теплее. Хотя это хорошая фуфайка, выручала мне много лет. Но места много занимает, видишь? Минус 12 в этом, да. И, ну и вот делают это самое. Вот на прессике. Хорошо. Это самое. Обсудить наше купание с хорошим, замечательным токарем и самым лучшим фрезеровщиком Витей, который в закрытом состоянии в любом может все выключиться. Вот так мы. Сейчас ты чем занимаешься? А чего сейчас на пенсии сижу? Вот схожу в поход, кое-что там вызову там несколько раз в год. ЦХ, да. ЦХ, да. Сделаю. Магомед позванивает. Ну, это карать сейчас. Ну, да, там. Все никак они там не выкарабкаются. Там, там давно бы сделали бы двухметровку, которую хотел. Все никак. Был я у него там вообще. Чего? Был он в бухте, они там. Да. И он там сейчас этот, командиром, он никого не вызывает, все сам там, да сам. Ну, сам он, конечно, может, но не совсем то, что надо, ну. Да, да. Сам себе хозяин. Да. Ножовка такая, видишь? А, я еще там у меня есть, смотри, какая штука. Где там случайно не делают? Нет, пусть рамной пилы. Рамной пилы, по вот так не берет, помоляет. Какого? Ну, рамной пилы. Двойка. Знаешь, рамная пила. Обломка не где у тебя там нету? Хозяйка. Да я посмотрю. Ну я это видишь, что сделал? Лопатка. Было бы пошире, она одновременно и, ну, и, вот, вот. Это же хорошее полотно. Да, да. Видишь, я ее заточил. Это же классное полотно рано. Ты все в походе, все хочешь, выкопаешь, рубанешь. Да. И топора не надо. Оригинально, да. А тут-то всего, ну, 200 грамм. А было бы вот такая пошире, чуть подрыне ручка, это саперная лопатка и такой острый ножик. Сталь хорошая. Понял. Витя, посмотри, пожалуйста. Хорошо. У тебя есть труба? Можете я позвонить? Нет. Нету? Вот. Ну ладно, вот так вот. Ну так вот это, в следующее воскресенье придешь сюда? Приду. И я утречком приду. Угу. Витя, посмотри. Да. Хорошо. Ну, к 8 я подгребу там зеленый. Это самое. Ну, к 9. Так? Хорошо. Посмотри, это рамное вот. Посмотри. А я себе это болгаркой выпилил, это самое, видишь? Это же намотка. Здесь 5 метров шнура. Ну, он приключился, например, рану там натянуть, всегда есть запас шнура. А держать уже удобно, хорошо. Тут специальная намотка. Я могу показать. А это вот так называемая, смотри, видишь. Это называется обезьянья цепочка. Вот я развязал, и все.